So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure we told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. Привет, друзья! Наконец-то наступило лето, и теперь мы можем отдыхать, купаться. Огромный респект студентам, которые сейчас сдают экзамены, или, может быть, уже сдали. У кого-то выпускной, тоже поздравляю вас с этим. И я считаю, что такие памятные моменты нужно обязательно запечатлеть где-нибудь в красивом месте, чтобы потом вы могли еще раз вернуться к этому и просмотреть самые яркие моменты. Конечно, вы скажете, почему же нельзя выложить фотографии в Инстаграм или сделать какой-нибудь альбом ВКонтакте. Да, я тоже раньше была сторонницей именно этого способа хранить фотографии, но потом, знаете, когда приходят гости или какие-нибудь друзья, или просто сидишь где-нибудь без интернета, или ты хочешь, чтобы фотографии были как-то красиво оформлены, что ли, не знаю, а здесь приходит как раз настоящий, я имею в виду реальный альбом для фотографий. Сегодня я вам покажу, как можно сделать красивый альбом для фото в стиле скрабукинга, декупажа и много-много всего другого красивого и интересного. Ну что, начнем? Для того, чтобы сделать альбом для фотографий, нам понадобится, конечно же, ваши любимые фотографии. Я распечатала их на цветном принтере, лучше это сделать на фотобумаге. Берем альбом для рисования или большой блокнот для записей. Распечатываем на цветном принтере цветные картинки, желательно под один стиль. Я выбрала винтаж. Самое главное – это обложка. Для ее создания я возьму подарочную бумагу, потому что она очень красиво блестит и переливается на свету. Самое то для обложки. Оформляем ее, как вам нравится. Признаюсь, мне эта упаковка досталась из моего подарка на день рождения. Подарок был так классно упакован, что я просто обязана была сохранить эту обертку. Есть еще один вариант оформления обложки. Это салфетки для декупажа. Мне их прислала моя подписчица. Кладем салфетку и пропитываем ее клеем ПВА. Неровности можно заклеить цветным скотчем и разными-разными блестками. Далее сам альбом. Наклеиваем фон в альбом при помощи клея-карандаша. Сверху можно приклеить уже сами фотографии. Распечатайте разные картиночки и вырежьте их. Можно использовать разные бусинки, блестки, конфетти, кружево, цветной скотч и многое-многое другое. Если не хотите думать, то просто купите набор для скрапбукинга. Он продается в любом книжном магазине. И далее оформляйте фото, как ваша душа пожелает.
Вот и все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, ваши фотографии теперь будут в порядке. До скорой встречи. Скоро увидимся. Пока!